Питание для ума – это природа, питание для глаз – это зелень. Питание для глаз – это пространство открытое, это горы. Таким образом люди получают энергию. Каждый ретрит разный, хотя когда я собираюсь ехать, кажется, вроде там тусовка, друзья, медитации, но по факту это про глубину и про каждый раз, про разную глубину. Когда я еду на ретрит, я еду сюда с запросом, с глубинным запросом. И когда мы практикуем, людям, которые только приехали, и которым достаточно сложно взять и обуздать свой ум, это сделать легко, если человек на природе. Сегодня первая практика была для меня такой раскрывающей. Я почувствовала такой мощный поток энергии, у меня потекли слезы, радость. Я поняла, что это очень мощный инструмент, которым хочется делиться. Вы начинаете медитировать из подсознания, сразу же поднимается огромное количество разных образов, мыслеформ, но все ваше внимание должно быть направлено на того, кто смотрит эти образы. Да, ты понимаешь механизм, и, соответственно, когда ты выходишь уже в конкретное действие, там, к себе на работу или прежние условия, то ты начинаешь по-другому реагировать на это. Мировоззрение, оно как-то бесконечно меняется. Осознанность, взгляды на жизнь, на друзей, на семью. Как это передать человеку, который вообще не в практиках, который не знает? Единственное, как я могу сделать это просто выходить в мир и вот своим состоянием, своим вот радостным глазами просто светить, и на этот свет люди будут сами идти и спрашивать, а где, где? И вот медитация — это как раз тот момент, когда мы, затаив дыхание, направляем все внимание на божественное присутствие. Ретриты, они ускоряют процесс саморазвития в десятки, в сотни, в тысячи раз, благодаря совместной практике, объединяющей силы и мести силы под руководством.